Всем привет! Вы на моем канале Тыковка ТВ. И сегодня я буду открывать вот такой вот спиннер. Смотрите. Еще я буду одновременно вам показывать, как ухаживать за попугаем. Ну, то есть, что надо ему купить, если вы хотите приобрести такого попугая. Ну, спиннер, конечно, открою только потом. Кстати, это мой первый спиннер. Это мне подруга подарила. Сегодня сейчас я вам покажу своего попугая. Вот это мой попугаяшка, вы его, наверное, во многих видео видели. Ну, вот его клетка. В общем, чтобы ухаживать за попугаями, вам нужен корм. Ну, корм сейчас вам покажу, секундочку. Это примерно какой. Я вот кормлю своего попугая вот таким вот кормом. Это, честно говоря, простой корм. Есть корм от Леньки, но его очень мало. Секундочку. Так, вот этот корм его, он его очень, ну, любит, ну, это вообще его еда. Я еще вам хочу сказать, что, ну, как и другое любое животное, вы его должны какой-нибудь свежей морковкой кормить, там, не знаю, ну, что у вас есть. Ну, вот, сам яшка мой, ну, вы его видели уже в некоторых видео, обязательно у них должно быть место, где живут попугаи. Это такая клетка, может, у кого-то будет побольше или поменьше. Вот у меня мальчик, это можно определить по носику ихнему. Вот если голубой носик, видите, такой у него голубенький. Простите. А если такой светленький, бежевый, то это девочка. Ну, у него должно быть колечко, потому что он у меня спит на колечке. Ну, палочка сладкая, это как вкусняшка для людей, так и для попугаев. Водичка должна быть. Ну, в конце концов, это как хотите. Зеркальце ему можно, вот там это белый камешек, это такой как... Ой, специальный камень, что ли. Ну, полезный для них. Вон там зеркало. Ой, не зеркальце, а это лестница. Ну, он сам попугай, конечно же. Давайте откроем этот спиннер. Сейчас. Вот так берется он. Открывается легко очень. Вот так вот берем. И достаем его из упаковки. Ну, что там? Типа, крутим спиннер. Ну, вот так вот спиннер я открыла. Сейчас его положу, честно говоря. Очень удобно снимать. Ну, вот сам спиннер. Вот наш сам попугай. А вы ему, кстати, должны вот вон вот эту водичку. Ну, вы увидите. Вы должны каждый день менять. Простите за шум. Это у меня там чайник кипит. Ну, палочка это вообще не обязательно для тех, кто хочет. Ну, корм, конечно же, обязательно. То, что он будет есть. Ну, вот такой, короче, классный попугай вы ему должны давать, ну, не знаю, хотя бы какую-нибудь морковку, витамин натуральный, чтобы он не на одном корме был. Ну, вы поняли. Вот, мне еще очень понравился спиннер мой. Это такой желтенький спиннер. Кстати, мне очень нравится желтый цвет, и поэтому такой желтый спиннер мне подруга подарила. Он, кстати, крутится так. Так. Ну, в общем, это было все. И всем пока. Пока-пока.